Вот здесь бить надо. Вот. Это самый звук большой будет. Вот это вот, смотри, попал разделить на три части. Вот одна часть, вторая, третья. Так вот, на третьей части от земли. Стрелять. Понятно? Да. Все. Стреляйте тихо, еще проще уснула. Проще там уснула на кровати. На перине. Вообще лучше того. Ну что такое? Проще на перине. Да, там уснула. На перине. А ну-ка иди сюда. Такая. Тихо, 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 тихо. Еще. Давай. Она неплохо легла, она не на голой земле, она за лагерь не вышла, она ничего не нарушила. Потихонечку вылазь, не бойся. Так, а вы там нарушители. Вы нарушители, снимайте обувь. Я ну, смотрите, я разрушил. Ну, дядя Володя разрушил, Кирилл разрушил. Забирайте обувь. А что это вы ставили? Сушите. Нестор сегодня. А, сегодня карасей поймал. Кто? Нестор? Нестор. Да. Так а зачем? Это наше дело мочил, что ли? Нет, нет. Нестор. Сачу пленило. Это что случилось? Я не знаю. Не знаешь? Вечером компот давали, пили. Он пил. Еще не пей, не бери, не пей. И не прыгай, не знаешь. Это дело, это наше. Это наше дело, ну, у Пасхи. А я только сейчас увидел, что он взял. А? Я только сейчас увидел, что он наше дело взял. Ты что, это-то зачем ты взял дело? Ты видел, что мокрый? Я проверял, я был не мокрый, я не знаю. Так это может, он ты ходил, ему написал на кровать? Я сам не знаю, что случилось. Ну так ты встал сухой был? Да. Ну, может быть, дождь был на одну твою келью пролился и все с крышу попало. Не знаю. Если бы попало, то если бы только дальше... Кирилл. Ну, может, пролил кто-нибудь там что-нибудь, бутылка была с водой. Нет. Если бы только попало, то чем оно пахнет? Ты можешь узнать? Не, пахнет как мочой. Я нюхал мочой. Мочой? Да, мочой пахнет. Мочой пахнет, аммиак. Я не знаю. Я нюхал мочой. Может быть, он не почувствовал? Ну, кто может исследовать, понюхать? Я проверял, нюхал, ничего не было. А что там валяется он дальше? Что за крыса? Ну пошли. Чей-то носок. Ничего не узнаешь. Это чей-то носок. Это Андрей носок. Он откуда-то дело зачем-то взял. Вот этот, который взрослый тот. Откуда у него там взялись? Так, это, Илюша, когда мы уходим обедать, здесь быть никому нельзя. Ты в это время или домой иди, или куда-то в лагерь заходить нельзя, качать нельзя. Когда наши ложатся спать или обедать, в это время прекращается игра. Понял, да? Ты можешь в это время пойти домой или играть где-то, но в лагерь вот это, где загородка, уже не заходить. Давай из лагеря уходим. Я в прошлый раз пришел, а ты один здесь ходишь, это нельзя. Что-то потеряешь, на тебя будут думать. Потрогал. Не было. Моя. Ну что? Моя. Давай сюда стол. А мы не молились! Платочки! А мы даже не молились! Платочки! Знаете, а мы не молились даже! А? Мы не молились! Вы молиться остановитесь! Мы молиться можем и там пойти! Давайте там пойдем помолимся! Перед самой этой! Перед столовой! Володя, а кто это сено натрусил под ноги? Гляди, везде. Это же она не просто так. А кто это сделал? Не знаю я. Понимаешь, никого нельзя найти. Ну кто это сено-то принес, натрусил? Его специально... Место, разузнай, кто сено натрусил куда. Понял. Ну? Расследуй, расспроси.
взять потом грабли и все убрать с дороги. Ой, ты готов. Нет. Кто это взял? Язычок убери. Там сковородку принеси. Взяли, Володя, вы не бросали? На столе стоит он. Вы не бросали? А? Нет, не бросал. Я его не мог. Он только что позавчера приехал, по-моему. А, кстати, где там Виталя? Вот это он сделал. Надо спросить. Никто не признал. Надо спросить. Кстати, он косил. Здесь траву. Давай, самолет. Я руки забираю. У тебя вид такой сонный что-то. Спать охота? Хотя. Как поедят, 2 часа пройдет, могут ложиться спать. Вот эти вот из их всех убери. Так, Господи, слава тебе. Боже всемогущий, хвала тебе. Честь и поклонение, слава и благодарение за все твои милости. Свети дары словом истины молитвы. Аллилуйя. Аминь. Садимся за стол. Да, еще я который нарезал там в кастрюлю лук. Где этот? На кухне. Надо будет захватить. Я вот это нашел вот здесь. Лежало. А что это такое? Не знаю. Это что, от чего? Пластмасска, от чего, а? Не, от чего не знаю. Брось к столбу. Может, от на машинки. Стоп. Надо спасти дядю Никиту. Давайте, наливайте. Все.